В Бельгии, в Голландии, пустые бутылки, скажем так, использованные, не все сдают. Некоторые сдают магазины, но они, которые в магазины сдают обратно, на них прям уже есть цена заложена. Когда покупаешь бутылку, там написано, сколько стоит сама бутылка пустая. А есть бутылки определенные, которые просто после использования выкидываешь вот такие специальные баки. Вот написано цветное стекло и белое стекло, то есть разные отверстия для разных бутылок. Банок, бутылок, стеклянной посуды, в общем. И это потом приезжает машина специально, поднимает бак, высыпает тоже в отделение, в специальное отделение, и потом на переработку. Вот это одна из таких особенностей бельгийско-голландских шопинга. А вот сюда вот текстиль, то есть использованную одежду, чистую одежду, вот сюда отправляют, бросают, домой приносят специальные мешки, которых написано для одежды. Туда складываешь чистую, поглаженную, ну, использованную одежду, Веди Ханс, ну, секонд хенд. И вот эти мешки потом сюда отправляешь. Потом заезжает машина специально, забирает их, сортирует и отправляет по разным странам, там, Африки, Южной Америки, там где-то и самые, в общем, где люди требуют, ну, нуждаются в одежде, в такой бесплатной. Вот такие вот специальные баки. Не баки, а, как сказать, контейнеры, а баки для посуды вот такие. Вот так вот в Бельгии и Голландии сдают посуду. То есть вот в эти штуки кидают посуду стеклянную, а туда вот ящики ставят с посуду. В Голландии также еще сдают не только посуду стеклянную, но еще и пластиковые бутылки сдают. Вот так посуду сдают в голландских магазинах. А алкогольные ряды. А вот это не реализованные. 30% скидка на различный алкоголь. Не желаете тележечку взять? А вот алкоголь со скидкой, минус 35%, пожалуйста. Алкоголь со скидкой. В Бельгии, в Голландии, вот некоторые сеть магазинов есть, которые подходишь, вино. Хочешь купить вино, а здесь всегда стоит какое-то открытое вино, определенный сорт. Сегодня одно, завтра другое, пусть завтра третье. То есть подходишь, покупаешь, пробуешь, и потом берешь это вино, если что. Вот, пожалуйста. Это у нас сегодня какой рекламирует? Вот. Шато. То есть бесплатно совершенно. Наливаешь вино, берешь бокальчик, наливаешь, пьешь. И потом вот в эту штучку кидаешь. Стоит несколько сортов вина, то есть можешь пить, пробовать его на вкус. А там дальше можно и закусить, там готовят разные блюда, все вкусности. Чипсы дают, все прочее. То есть подошел, попробовал чипсы, закусил, выпил, поел и поехал. Ну, кофе – это обычное дело в магазинах бельгийских, голландских. Хочешь кофе, хочешь чай, хочешь что он. Опять алкоголь со скидкой. Вот розы. Два букета – 6 евро. Такие длинные розы красивые. 6 евро, два букета. А вот так мы оплачиваем, покупки оплачивают. Сначала. Нажимаем здесь сканировать. Потом берем такую штуку. Потом сканируем карточку дискаунта. Потом сканируем продукцию. Потом платить. Раз. Кэш, кэш или карточки, мы берем, выбираем кэш. Раз. Потом бросаем 3.24. Сначала надо бросить мелочь. Вот сначала бросаем мелочь, что пошла. Потом трояк. А если купюры, то вот в эту штучку купюры. И потом она просканировалась. Все, ничего не должны. Вот дали копеечку сдачи. Взяли чек. И все. Взяли и пошли. Вот так вот платят. Без контента, в смысле, без продавцов оплачивают покупки. Так.